речь о формировании общественного мнения в мире, что Россия нарушает законы, ее руководители до такой степени нарушают законы, что подлежат даже вот, так сказать, направлению ордера на арест. И не важно, что этот ордер, ну, для нас не в нашей юрисдикции. Важно то, что формируется негативный образ страны. На юридическое наступление надо всегда отвечать юридически наступлением, да, или аргументом. Вот Россия правовым языком не отвечает вообще, кроме Путина. Путин уже поднял вопрос международного права, Ялта и Потсдама. Именно там были зафиксированы его основополагающие принципы, как территориальная целостность и суверенитет. Но государственная машина России категорически это не хочет видеть. Решение так называемого международного суда, ну, так называемого, это именно ответ Владимиру Путину на его послание о том, что необходимо запустить процесс суверенитета, смены врага на Соединенные Штаты Америки.